Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман, канал Mobile Review, и я сегодня вас знакомлю с маленькой вот такой вот умной колоночкой. Это капсула мини с Марусей внутри. Я с Марусей не знаком, но, соответственно, не знаю, что и ответить. Вы победили, счет 1-0. Ну, в общем, как только вы произносите имя, да, умного ассистента, начинает реагировать, с ней можно поговорить. Но в целом, да, понятное позиционирование, такая маленькая колонка с умным помощником внутри. Можете задавать различные запросы, и она будет вам все выполнять. Но прикол в том, что здесь есть часики и экранчик такой небольшой, на котором отображается время, на котором отображается погода, например, какие-то эмоции. Я, правда, так и не понял, как эти эмоции вызывать. Не буду называть имя пока. Когда-то она реагирует, там появляются типа таких глазок, ну, типа анимешных таких, там радуется, либо злится, но я не понял, как это делается, ну, собственно, ладно. Вы можете видеть часы, их можно регулировать, опять же, голосом, то есть проговорить там ярче, слабее яркость, там больше яркость. Ночью прекрасно все видно, можно сделать поменьше яркость, и тогда ночью не так будет слепить глаза. Вот на солнце, вот сейчас вот так это все дело отображается. Дальше. Сделано из пластика внутри, сверху такой материал. Еще выше у нас есть такая вот подложка, на которой есть кнопка активации помощника, а также его отключение, громкость регулировка и отключение микрофона. Вот так вот это срабатывает. Значит, регулировка громкости по 10-бальной шкале. Ну, обычно хватает 4-5. Вполне громко. Питание осуществляется от сети 220 вольт. Небольшой блок питания. Вот. Не автономная она, к сожалению. Но, опять же, позиционирование такое. Где-то стоит и выполняет различные команды. Если она вдруг разрядится, это же не просто портативная колонка для музыки. Это умная такая штуковина, которая должна что-то делать у вас в доме. Отключать свет, выключать там, не знаю, какой-нибудь холодильник или электрочайник, там, стиралку, все что угодно. Вот. И, соответственно, сейчас она работает с Philips'ами, ну, я имею в виду умный дом, да, Philips, там, Acar, еще какие-то бренды, в которые там входят вот эти вот гаджеты умные, там, розетки и тому подобное. Вот. Соответственно, можете их управлять при помощи этого устройства. Как задаются команды? Вы говорите имя умного помощника, ну, и что там, там, Маруся. Какое сейчас время? Сейчас 16 часов 2 минуты. А какая погода? Сейчас в Электростале переменная облачность. А погода в США? 30 градусов. Маруся, погода в США? Сейчас в Электростале переменная облачность. Температура 30 градусов. Маруся, сделай ярче часы. Маруся, сделай ярче часы. Вот, кстати, здесь иногда команды, она не понимает, то есть у нее, возможно, заложено, типа, часы, яркость, и она вот может уменьшать, то есть не увеличивать, наоборот, уменьшать. То есть, видимо, какая-то тут логика у них вот теряется, запрос, видимо, какой-то более точный. То есть, может быть, не яркость, а сделай выше яркость там. Маруся, сделай поярче часы. Маруся, яркость часов. Маруся, часы ярче. Маруся, включи часы. Ну вот, они там светятся еле-еле, но иногда, вот действительно, с часами бывает такая вот морока. То есть вроде говоришь и не поймешь, а что конкретно еще нужно сказать. Маруся, яркость часов выше. Маруся, установи яркость часов. Маруся, больше яркость. Видели? Вот сейчас она, ну, вот такая вот интересная штуковина. С ней можно играть, там, Маруся, какие игры ты знаешь? Это я люблю. Выбирайте игру. Любовь-морковь. Йога для глаз. Киноцитаты. Маруся, любовь-морковь. Это мой забавный тест на совместимость.
Я буду задавать вопросы, а вы должны по очереди на них отвечать, каждый про свою вторую половинку. Угу. Чтобы перейти к следующему вопросу, просто скажите «дальше», чтобы выйти из игры. Ну, вот таким вот образом можно играть, там есть сказки. Есть «Угадай мелодия», но в основном почему-то по Диснею, то есть вот эти всякие «Холодное сердце» и тому подобное. Вот, ну, соответственно, вы можете вызывать музыку, там, допустим, «Маруся», «Спокойные мелодии». Слушаем спокойную музыку. Вот. Таким вот образом, да, там какие-то чарты можно запускать, там хиты, например, там хочу послушать хиты 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Конкретные песни можно называть. Вполне нормально реагируют на английские названия. Маруся, кто такие Pet Shop Boys? Pet Shop Boys – британский синти-поп и хаус-дуэт образует... Ну, то есть, да, врубается. Маруся, какие радиостанции ты знаешь? Вопрос для следующего игрока. Предпочитает написать одно большое сообщение или... Маруся, Hit FM. Включаю Hit FM. Вот, пожалуйста. Маруся, радиостанция Retro FM. Включаю Retro FM. Ну вот, собственно, видели, да, что прекрасно понимает. А, кроме того, она может переводить целые предложения, то есть вы можете диктовать, например, да, Маруся, переведи на английский язык, я пошел в школу учиться. Я пошел в школу учиться в переводе на английский язык. I went to school to study. Кроме того, вы можете выбирать на любом другом языке, ну вот, например. Маруся, как на французском языке сказать «я тебя люблю»? «Я тебя люблю» в переводе на французском языке. «Je vous aime». Маруся, как на немецком языке «я люблю тебя»? «Я люблю тебя» в переводе на немецком языке. Ich liebe dich. Вот, пожалуйста, все работает отлично, спасибо. Кто молодец? Я молодец. Вот такие вот команды она выполняет. Сейчас я быстренько посмотрю, что еще там. Нет, и все, уже хватит, мне больше не интересно. Можно запускать новости, Business FM, по-моему. Маруся, последние новости. Включаю новости Вести FM. Вот. Она берет, значит, Вести FM, причем не просто онлайн, а именно последние новости, которые выходили в какой-то момент времени. Это очень удобно. Ну и, соответственно, музыку, все, там, чтение всего, чего угодно можно запускать. Ну, что еще можно сказать? Прикольная достаточно колоночка. Музыку играет хорошо, примерно как JBL Go, третью версию. Басы, ну, так себе. Ну, то есть, надо понимать, что это не музыкальная колонка. Это скорее помощник с музыкальной колонки и встроенными часами. Вот такая вот история. Я получил большое удовольствие, пока с ней общался, сидел вот на даче. У меня он возле монитора стоит, этот гаджет. Я периодически там спрашиваю какие-то вещи, погоду, под настроение мелодии. Допустим, там поставь спокойную мелодию, играет мелодия. При покупке стоимостях сейчас 5500 рублей скидка. Вы получаете на 3 месяца ВК-комбо. Точно не помню, что идет вот с этим ВК-комбо, но там идет, естественно, музыка, какие-то подписки и тому подобное. Вот, поэтому в целом купить выгодно. Сравнивать, если с конкурентами, очень сложно, потому что я, например, пользуюсь Яндексом все время, да? Вот, и очень похожи у них функции. Ну, то есть и Яндекс Алиса, и вот эта колоночка, они выполняют одни и те же операции, просто кто
чем привык пользоваться. Вот, какие запросы делать. В принципе, уровень интеллекта плюс-минус одинаковый. Вот, и там можно все что угодно запрашивать. Здесь заточено именно вот под свои там фиговины, да, в ВК, допустим, в Яндексе. Это свои штуки, типа Яндекс.Музыка и тому подобное. Но прикол этой штуки, это, конечно же, часы. Казалось бы, такая мелочь, часы, но это электронные часы, это не светодиоды там светятся, да, или не ЖК-экран светится, а вот так вот матово, в темноте очень хорошо, не слепит глаза, плюс вы можете поставить громкость на единицу, громкости тоже можете, типа, Маруся, громкость единица. Вот, и ставить единицу. И, допустим, ночью там, Маруся, сколько времени? Ну, и она вам говорит, сколько времени. Часы можно ярче делать, тише делать по яркости, да, вот на максимуме все хорошо. Но, опять же, голосом сложно что-то подобрать. Выключаем микрофон, как будто бы, да, ну вот микрофон выключен, в этот момент можно хоть что-то говорить. Там, Маруся, 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 и она не сработает. Вот, слава богу. Все вам рассказал. Какие-то команды, может быть, еще можно было назвать. Но это такая типичная штуковина. Если хотите попрактиковаться перед покупкой, просто поставьте приложение Маруся себе на смартфон и позадавайте ей запросы. И вот эти запросы, они будут аналогичны с этой колоночкой. Просто здесь плюс колонка и часики. 5500 скидка там какая-то идет. 5000 рублей. В принципе, прикольно. Штуковина, возможно, немножко дороговато, я бы ее купил, ну, 3500-4000, вот, тогда было бы все хорошо. Всем большое спасибо, пока-пока.